Всем привет! С вами снова я. Это значит, что сегодня будем смотреть анимации Poppy Playtime. А поможет мне в этом гость-гость! Привет! Сегодня мы с вами посмотрим легенду о гусенице. Помогите! Кто-нибудь спасите! Он преследует меня! Куда же ты пошел, игрок? Наша вечеринка только началась! Суровая гусеница. Я бы от такой тоже побежала. Да отвали! Воу! Окей! Не смотри вниз! В чем дело, игрок? Буквально минуту назад ты так быстро бежал! Должен быть другой способ здесь пройти! Можно было бы по кольцам, если бы у меня был гроппак! Тебе больше некуда бежать, игрок! Ничего себе, она огромная! Просто расслабься и... позволь мне пожрать! Эй, гусеница! Оставь его в покое! Хаги? А что ты здесь делаешь? Спасаю своего друга! О, да? Ну давай, попробуй, я не боюсь тебя! А ты точно в этом уверен? Хорошо, когда ты гораздо больше противника, не так ли? Некоторые хулиганы лают, но не кусают! Ну же, игрок, давай убираться отсюда! Спасибо, Хаги! Это я хулиган? Да ты один из тех, кто кусает людей. Думаешь, что ты победил, потому что я очень маленький? Что ж, это ненадолго. Где же он маленький? Да и как бы... он хулиган? Он гонял бедного игрока. И хотел его... укусить. Совсем скоро все забудут, как называли меня маленьким. Мои крылья устроят мрак на земле. Ха! Ты видел его выражение лица, когда ты пришел мне на помощь? А, я не боюсь тебя! Ага, конечно, приятель! Вот ведь лузер! Парни, о ком вы говорите? Да про слабую гусеницу, которая испугалась Хаги! Погодите, гусеница? Та что, фиолетовая? Ну типа темно-фиолетовая, да! А что? Нет, это плохо! Думаю, нам не стоит о нем беспокоиться! Это ведь просто маленькая гусеница! Пока мы все вместе, то у него вообще нет шансов! Что, по-твоему, делают гусеницы и игрок? Одна самая популярная вещь, которую они делают. Едят. Везде ползают? Оу, едят листья. Метаморфозы. Они меняют форму в какую-нибудь другую. Оу. Есть причина, по которой туда больше никто не ходит. Всех, кто переходит дорогу мистеру гусенице, придирается к нему или дразнит его, ждет одна и та же участь. На них охотится, атакует и, наконец, съедает заживо великий мотылек. Ну все, кто-то попал. Ну, и что же нам делать? Он, наверное, уже выбрался из своего кокона. Это значит, что он будет жрать все, что попадется. Ваша единственная надежда – это найти его и покончить с ним, пока он не набрался сил. А как же убить его? У него есть какая-нибудь слабость? Может, нам нужна какая-то специальная сыворотка? Нет, ничего безумного или волшебного. Как и с другими насекомыми, лучший способ борьбы с мотыльком – это раздавить его. Ну, это будет не очень трудно. И если он еще маленький, он таким будет недолго. Так что удачи. Ну, и как же мы будем ловить этого парня? Преследовать его по всей фабрике – это слишком долго. Вместо этого... мы найдем самый большой источник еды на фабрике и устроим ловушку. Вот именно. Ну, здесь есть столовая, где кормили инженеров. И есть мясные холмы, где кормили игрушек. О боже, фу. Ты иди в мясную яму, а я пока займусь столовой. Ну, и как долго мне тут нужно ждать? Да примерно 10 минут. Если гусеница не появится, то тогда иди за мной в столовую. Ну а если появится? То постарайся выжить до моего прихода. Тут очень много вопросов. Почему именно 10 минут? И почему игроку нужно идти за ним в столовую? А если нападет гусеница, то ему придется просто тупо отбиваться. Хитер. И смотри, не упади в мясную яму. Хорошо, я просто дождусь мотылька здесь. И бам! Раздавлю, пока проблема не вышла из-под контроля. Да это проще простого. Как ты его раздавишь? Что это было? Наверное, ничего. Возможно, этот шум издает мясо. Да. Хлопанье.
Нет, наверное, это какой-нибудь кусок стейка развивается на ветру. Все нормально. Нормально. Окей, а это уже немного труднее объяснить. Это был он? Что бы это ни было, я не смог разглядеть. Надеюсь, Хаги в порядке. Ну, может быть, здесь не так уж и чисто, но зато не так уж и страшно. Ну, что это было? Похоже, звук доносился из кухни. Возможно, мотылёк там жрет все подряд, как сумасшедший. Надо нанести удар, пока у меня есть шанс. Просто зайду туда, укушу его за шею, и все наши проблемы решены. Эх, ты справишься. Гусеница, пузыри! Свой самый страшный кошмар! Просто старый буги-бот. Но это значит... Оу, игрок! Окей, это, наверное, мотылек. Но как он нашел меня так просто? Ну, конечно! Свет! Да, как же он тебя нашел? Если мотылек хочет жрать, естественно, мотылек будет в месте, где очень много еды. А больше еды в мясной яме. Игрок, ты очень глупый. Он мотылек, а я стою под единственной лампой во всей комнате. Без Хаги. Я не справлюсь с ним. Моя единственная надежда — это разбить этот фонарь, пока он снова не начал тут летать. Но что же мне использовать? Здесь сплошное мягкое мясо. Вот. Ну уже, ну уже! Пожалуйста, просто уже вылазь! Ха, получилось! У меня одна попытка. Если промахнусь, то все кончено. Ну погнали! Да, да, надо дождаться, пока он улетит. Пожалуйста, улетай, улетай! Ну что, он улетел? О, похоже на то. Но это значит, что он начал пировать. С каждой секундой, что он обжирается, он становится сильнее. Если я останусь здесь в безопасности, то совсем скоро он станет слишком большим, и его будет не остановить. Но вообще, насколько большим может быть мотылек? Ну, может, если я пробуду тут достаточно долго, то появится Хаги, и тогда все будет в порядке. Да, он, наверное, еще маленький. Вообще, как сильно может вырасти мотылек за 10 минут? Что ж, видимо, достаточно сильно. Почему Хаги так долго возится? Думаю, этого не избежать. Мне надо пойти туда и остановить его самому. Держись, игрок, и я иду! Да в какой же стороне мясные холмы? Мне некогда проверять обе дороги. Эти холмы должны пахнуть протухшим мясом, не так ли? Но я ведь ничего не чувствую. Я что, потерялся? Нет, нет, это невозможно. Игрок, я иду тебе на помощь, просто держись. Окей, просто один хороший удар, и мотылек раздавлен навсегда. Да это проще простого. Тут нечего бояться. Просто представь, что играешь в какую-нибудь детскую игру. Я не боюсь тебя. Я не боюсь тебя. О нет, я опоздал. Хорошо, ты победил, победил. Игрок? Игрок! Если ты меня слышишь, то скажи что-нибудь. Эта дверь должна быть где-то здесь. Я начинаю чувствовать, вроде бы, уверен, что игрок находится там. В конце страшного мрачного коридора. Да, но на фабрике полно страшных мрачных коридоров. Я точно нашел правильный коридор. Ну же, Хаги, ты слишком много думаешь. Просто иди и увидишь, что там. Вообще, Хаги, нечего бояться. У него есть такие огромные зубы. И он очень высокий. А, что это? Хаги! Игрок, держись, я иду! Хаги! Я слышу тебя, приятель, и я бегу прямо к тебе! Нет, разворачивайся! Что? Разворачиваться? Я правильно услышал? Беги обратно, немедленно! Похоже, ты нашел его! Что, правда? Беги, пока жив! Туда! Думаешь, тонкая деревянная дверь задержит такого большого монстра? Должна! И какой у нас план? У нас нет шансов, если мы не найдем что-нибудь, чем можно уничтожить эту тварь. Не знаешь, может где-нибудь спрятано суперсекретное оружие?
Может быть, Грапак со встроенной ракетной установкой? Нет! Прости! А что насчет тех электрошоковых дубинок? Кажется, сотрудникам фабрики они были очень полезны. Они хранятся в тюремном блоке. Даже если мы сможем взломать систему охраны, это находится на другом конце фабрики. Что ж, давай все обдумаем. Это мотылек, верно? А мотыльки летят на свет. Может быть, сделаем ловушку с большой лампой? А где мы найдем достаточно яркую лампу? И если мы выйдем наружу, то мы станем едой. Верно, давай осмотримся. Может быть, найдем что-нибудь тут. Ручка метлы. Старая тряпка. И рулон скотча. Ну и что можно сделать из этого мусора? А ты случайно не видел на кухне контейнеры с жиром? Да! Нет, я не знаю. А что? Помоги мне залезть в вентиляцию, и я объясню все по дороге. Сначала намотаем тряпку на конец швабры. Затем окунем это в масло для жарки. А затем хватит спички. А он очень быстро нас догнал. Да как он стал еще больше? Наверное, он нашел, что сожрать по пути сюда. Я отвлеку его этим. А потом, когда он вернется, то сделай внезапную атаку. Я понял. Эй, здоровяк, иди сюда. Вот так. Подойди поближе. Давай, Хаги. Оу-оу, да он все еще идет ко мне. Кусай сильнее. Да я пытаюсь, я пытаюсь. Конечно, Хаги теперь не самый Хаги, большой. Я уже чувствую его дыхание. Мне хана. Хаги, ты справился? Ах, все кончено. А теперь самое время зажечь его. Подписаться на этот канал. Ну, вот такая история. Ну, что я могу сказать? Игрок? Да глупый он. Сколько не смотрю серий. Какой ты дурачок. Ладно, посмотрим что-нибудь еще.